долларов. Отныне мне совершенно точно необходимо всячески экономить. Я снял видео, как выбрасывают 3 миллиона долларов из самолета. Черт, я остался совсем без денег. Как мне снимать контент дальше? Я расстроен и облокотился на столик и случайно задел бутылочку воды за 2000 долларов. Она упала и задела журнал Forbes, на котором красовалось мое лицо. Тот, в свою очередь, подлетел и уронил шоколадку Feastables. А в это время по салону шел пилот, которого ослепила моя дорогая улыбка. Он поскользнулся на шоколадке и, падая, случайно нажал на кнопку «Удалить канал безвозвратно». Оу май гад. Подбежал Карл и спросил меня, что произошло. Да неужели непонятно? Канал удален. Навсегда, Карл.